Неприятный запах и антисанитария – постоянные спутники невывезенного вовремя мусора. За последние несколько лет в Черкесске эта проблема вроде бы была сведена к нулю. Но с недавних пор она уверенно заявила о себе во дворе домов номер 54 и 52 по улице Ленина. Жильцы жалуются, что переполненные баки могут не вывозиться по нескольку дней. Я обратился в спецавтохозяйство, потому что не убирался мусор. По телефону обратился. Ну, пообещали переехать. В понедельник все осталось так же. Вот. Ну, я обратно попытался в мэрию обратиться, попытался в управляющую компанию. А вот и долгожданная спецтехника. Работа кипит. Казалось бы, в чем проблема? Мусор вывозят. Но стоило подойти поближе, как многое стало ясно. Нашей съемочной группе удалось подснять, как мусоровоз убирает отходы из этих мусорных баков. Однако спустя 10-20 минут баки все равно оказались полными. А все потому, что мусоровоз просто-напросто не вывез этот мусор до конца. Жильцы недовольны. Мало того, что мусор из их баков вывозится не своевременно, так оказывается, что и не до конца. Впрочем, управляющие компании нас заверили, что проблема будет решена. Почему такая проблема возникла? Обращались ли к вам жильцы вообще в принципе? Нам не обращались, мы даже не знали, пока вы не сказали нам, что контейнера тут сломан. И вот как видели, мы в течение 10 дней устраним этот. Проблемы не будет. Будем ремонтировать, новые или поставим. А учитывая то, что здесь два бака, а не четыре, как положено, это вот чем обусловлено вообще? Ну, не знали мы, что так было. Сделаем, поставим новые. Обнаружив подобную ситуацию в собственном дворе, важно помнить, что обеспечивать жильцов новыми или дополнительными баками обязана управляющая компания, в которую и следует обратиться с претензиями. А вот жалобу на несвоевременный вывоз мусора можно напрямую направить в мэрию города. Алина Гидеева, Назир Капушев, Роман Нагаев, Архыз 24.